Открытие федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоялось в Приморье. В мероприятии принял участие губернатор Олег Кожемяка. Свои возможности представили 123 организации. Край располагает своими возможностями климатическими и географическими, поэтому жить в Приморском крае можно и нужно, и те, кто называет его далеким, те, кто называет его там какой-то там окраиной России, абсолютно не так. Мы видим, что здесь у нас хороший климат, здесь есть довольно теплое море, есть все условия для отдыха, ну и, конечно, всем, чтобы хорошо отдохнуть, нужно хорошо потрудиться. Есть все возможности и для того, чтобы найти работу, найти свое место в жизни. Полноценно работая, можно и полноценно отдыхать, зарабатывая на это средство. Соискатели на ярмарке могут пройти собеседование одновременно с несколькими работодателями и достичь предварительной или сразу окончательной договоренности о трудоустройстве. Среди работодателей Приморские отделения полиции, Дальневосточный завод «Звезда», Приморский кондитер, Краевой перинатальный центр и другие. Общее количество вакансий составило более 1500. Продолжение